Наверное, чтобы выйти на новый уровень, нужно пройти определенные сложности. Сложности у нас сегодня есть. И, наверное, нет какой-то меры удачи. Всего по сегодняшней игре игрокам по работе, по все, что касается до штрафной площади, наверное, вопросов никаких не может быть. Единственный этот полумомент, который есть, он завершился нашим поражением. Ничего страшного, ничего страшного. Двигаемся дальше. Игроки уже более в лучшей форме. И этот матч, который мы проиграли, мы его, на мой взгляд, сыграли лучше, чем два предыдущих. Если есть вопросы, поднимаем руку, задаем. Давай, да. Игорь Павлович, насколько давит на футболистов вообще психологически то, что команда выбивает четвертый матч? Ну, бывают такие периоды, что все не идет, все не залетает. Хотя я так думаю, что мы чистый гол опять забили. Все, что мы забиваем, нас не засчитывают. И мне кажется, что это был чистый гол. Если можно, еще один вопрос. Вы заменили Рыбус после первого тайма, там... Рыбус почувствовал себя не очень хорошо. Я его заменил по травме. Ну, как раз по поводу... А? По поводу того, кто как себя чувствовал, насколько правильно, на ваш взгляд, начинать в такое время, точнее, в такую погоду... Ну, а какой смысл об этом говорить, реакции-то нет. Я не понимаю. Сегодня два матча, почему в такую жару? Зачем мы мучаем игроков, когда можно 8 часов играть вечером?